день, мои дорогие любители вязания! Я рада приветствовать вас на своем канале «Вязание от Ангелины Азимок». Добрый день! Сегодня мы начинаем вязать с вами замечательную шаль, косыночку, бактус. Как вам нравится? Вот по такой замечательной схеме. Схема очень простая, и по ней может вязать любой новичок. А я вам подскажу, что мы делаем. Первый ряд мы набираем 6 воздушных петелек, 3 петли подъема и вяжем 2 столбика с накидом, воздушная петелька, 3 столбика с накидом, петелька, еще 3, петелька, еще 3. А заканчиваем мы столбик с двумя накидами. Это наш первый ряд. Крючок у меня 2,75, ниточки кауни тоненькие, но они достаточно теплые. И для косыночки это будет самое то. Набираем 6 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В первую петелечку замыкаем кольцо. Делаем 3 воздушные петельки подъема. И вяжем 2 столбика с накидом наши самые первые петельки. Вот. Делаем воздушную петельку. Смотрите, кончик мы сразу заправляем. И стараемся его связать вместе с петельками. 1, 2, 3. Делаем воздушную петельку. И еще повторяем то же самое. 1, 2, 3. Воздушная петелька. Считаем, что у нас получается. Так, 3 столбика, 3 столбика, 3 столбика, и еще надо. Еще ряд столбиков, 4, это и будет наш самый первый ряд. 1, 2 и 3. 3 столбика. И как мы их закрываем? Замыкаем наш ряд. Мы делаем 2 накида. И в самую первую, видите, петельку, вот она у нас, вот. Мы их провязываем. Это мы заканчиваем с вами первый ряд. Вот у вас должно получиться вот таким образом. Вот 1, 2, 3, 4, по 3 столбика, между ними по одной воздушной петельке. Теперь мы делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Переворачиваем вязание и начинаем вязать второй ряд. Как мы его вяжем? Смотрите, по схеме нашей второй ряд. Мы провязали 3 воздушные петельки подъема. Всегда это делаем. Теперь вот здесь у нас воздушная петелька. В нее мы провязываем 3 столбика с накидом воздушка и еще 3 столбика и воздушка. Следующую воздушку мы провязываем точно так же. И точно так же. У нас должно получиться 1, 2, 3. 3 повтора. И это у нас будет главное направление. У нас это будут боковиночки и наш центр, который всегда вяжется неизменно. Давайте попробуем связать. Сделали накид. Нашли вот наше место. Вот оно. Провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Сделали воздушную петельку. Провязываем еще. 1, 2, 3. 3 воздушная петелька. Ищем место, куда мы вяжем. Вот между столбиками. Вот наше место. Это будет боковиночка. Сейчас мы будем вязать центр, который у нас всегда будет вязаться одинаково. 1, 2, 3. Воздушную петельку провязали, не забыли. И в это же место еще 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Воздушная петелька. И вот наше еще последнее место, куда мы будем вязать. 3 столбика с накидом. Воздушная петелька. И еще 3 столбика с накидом. И это у нас будет второй ряд. Дальше мы будем уже вязать узоры. Вот, второй ряд закончился. Мы делаем 2 накида. Вот находим вот прошлые 2 накида, вот они у нас. Вот. И в это же место мы провязываем 2 столбика. Простите, столбик с двумя накидами. Вот.
И смотрите, что у нас получается. У нас боковиночка, боковиночка и центр. Мы вяжем 3 воздушные петельки подъема, поворачиваем вязание, делаем накид. И вот сюда, вот, мы делаем повтор. Боковые наши столбики с накидом всегда повторяются. Всегда будем провязывать 3 столбика воздушная петелька и еще 3 столбика с накидом. Второй и третий. Смотрим наш рисуночек. Это у нас уже будет третий ряд. Вот первый, вот второй и третий ряд. Третий ряд, вот смотрите, наши боковиночки и центр. А между ними у нас будет узор. Вот он наш третий ряд. Смотрите, вот наша боковиночка, центр, боковиночка, воздушная петелька. И между ними такая галочка, столбик с накидом, столбик с накидом. И между ними 4 воздушные петельки. Дальше воздушная петелька, центральная наша полоса, которая всегда остается неизменной. Опять рисуночек и довязываем ряд до конца. Помним, да? Провязали боковинку нашу, сделали воздушную петельку, нашли вот место. И сюда мы провязываем столбик с накидом, 4 воздушные петельки по нашему узору, столбик с накидом в это же место, вот оно. Вот она. Делаем воздушную петельку. Вот наша центральная наша полоса. Вот мы ее сюда вяжем неизменно 3 столбика с одним накидом. Это у нас 2, это у нас 3. Воздушная петелька. И сюда провязываем 1, 2, 3. 3. Теперь делаем воздушную петельку и тот же самый узор. Столбик с одним накидом, 4 воздушные петельки и столбик с одним накидом. Вот, это у нас будет сюда провязываться узор в эти два места. Боковиночка, центр, еще боковиночка. Воздушную петельку сделали, не забыли. И вот наша боковиночка, которая всегда остается неизменной. Всего-навсего 3 столбика с одним накидом. Три столбика с одним накидом, воздушная петелька, еще 3 столбика с накидом, 1, 2, 3. Теперь мы делаем 2 накида, замыкаем, да, вот, и провязываем вот куда наше место, самое первое, где у нас уже 2 столбика есть с одним накидом, вот. Провязываем 3 воздушные петельки, поворачиваем вязание, делаем накид. Вот эту нашу боковиночку провязываем, как всегда, неизменная. 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Столбик с накидом. Простите, воздушная петелька и еще 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Теперь воздушная петелька и смотрим нашу схему, наш четвертый ряд, вот он, четвертый ряд. Боковиночку мы провязали, воздушную петельку сделали, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбиков с накидом мы провязываем там, где наши 4 петельки. Потом нашу центральную вяжем ленту, наш центральный узор, и опять повтор. Все несложно, все очень просто. Все схемки можно найти у меня в группе. Ссылочку я дам. Вот смотрите. Вот в это место мы должны провязать 9 столбиков с одним накидом. Видите, по схемочке мы связали, как у нас было, 9 столбиков с накидом. Наша центральная полосочка. Еще раз 9 столбиков. Центральная полосочка наша. Вернее, не центральная, а 2 боковые, которые мы вяжем всегда неизменно. Помните, да, как мы заканчиваем? Мы делаем 2 накида, находим наш последний накид, провязываем окончание, завершение, да, ряда. Делаем 3 воздушные петельки, провязываем наш боковой узор. Так, 1, 2,
3 столбика с одним накидом, воздушную петельку провязали, еще 3 столбика с накидом провязываем, 2 3. Так, теперь смотрим нашу схему, что у нас по схеме. Мы с вами провязали, смотрите, вот этот ряд. Теперь мы вяжем в каждый наш столбик точно такой же столбик, но только с одной воздушной петелькой. Вот. Все. Узора у нас мало. Все очень легко, очень несложно. Смотрите, сделали воздушную петельку. И теперь провязываем в каждый столбик, и воздушная петелька. Все. Вот так и вяжем. Вязали с вами по нашей схеме 9 столбиков с одним накидом и между ними воздушная петелька. Да? Вот, чтобы не тратить вашего времени, вот я связала. Связали центровой наш узорчик, как всегда. Вот. И еще ряд узора. Связали наш боковой узор, 3 столбика с накидом воздушка. Вот. И уже перешли на следующий ряд. Что у нас по схеме в следующем ряду? Смотрим. У нас получается, смотрите, здесь мы связали все как всегда, здесь ничего нет нового. Столбик с накидом, 3 воздушные петельки. Столбик с накидом, пропускаем 1 столбик здесь внизу и 2 воздушные петельки. У нас должно получиться 1, 2, 3, 4, 5 столбиков и между ними по 3 воздушных петельки. Что мы с вами и делаем. Воздушную петельку мы связали. В первый столбик вкалываем столбик с накидом. 3 воздушные петельки. Одну пропускаем. 1 столбик и 2 воздушки. Вяжем вот через столбик. 1, 2, 3. Опять пропускаем. 1, 2, 3. Пропустили. Еще 1, 2, 3. 1, 2, 3. И считаем петельки. Смотрите. Вот. 1, 2, 3, 4, 5. У нас все получается правильно. Делаем воздушную петельку. Вяжем наш центр, который у нас всегда остается неизменным. 3 столбика с накидом. 1 воздушная петелька и еще 3 столбика с накидом. И довязываем точно таким же образом наш узор. Мы провязали еще один рядочек. Смотрим нашу схемку, что нам предстоит связать сейчас. Мы связали с вами 5 столбиков с накидом и между ними 3 воздушные петельки. В принципе, весь наш рисунок теперь будет повторяться, весь наш узор. Смотрите, что мы делаем. Мы вяжем то, что мы вязали в самом начале. В воздушную петельку мы вяжем 2 столбика с накидом и 4 воздушные петельки. А здесь мы вяжем столбик без накида, вот в наше пространство из 3 петелечек. 3 воздушные петельки, столбик без накида. 3 петельки, столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Мы делаем, мы вяжем так, смотрим, как у нас это с вами получается. Сделали воздушную петельку, и теперь вот в пространство, вот здесь вот, между, мы вяжем столбик с одним накидом и 4 воздушные петельки. Еще разочек столбик с накидом. Вот, теперь мы без воздушных петелек. Вот в это пространство мы делаем вот так вот. Столбик без накида. И провязываем 1, 2, 3 воздушные петельки. Вот точно таким же образом. 1, 2, 3. Опять объединяем, соединяем. 1, 2, 3. И вот, пожалуйста, да? Вот. Мы провязали. Теперь мы вот в это пространство, вот в это, делаем столбик с одним накидом и 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4.
И в это же пространство столбик с одним накидом. Вот. Теперь одна воздушная петелька и провязываем наш центральный рисуночек, который у нас всегда остается с вами одинаковый. По рисунку, по схеме вязания, 3 столбика с накидом, 1 воздушная петелька, еще 3 столбика с накидом. Вот и наша косыночка примерно так вяжется. Вот смотрите, мы с вами довязали всю нашу схемочку, которая у нас есть, до самого конца. А что нам делать дальше, да? Дальше мы рисуем, мы вяжем вот по вот этой схемке. Вот последний рядочек у нас идет, боковиночка всегда идет одинаково, воздушная петелька. И раз, два, три, четыре, пять столбиков с одним накидом. И между ними 3 воздушные петельки. Вот они, по этой схеме. Вот. И следующий ряд мы начинаем с самого первого ряда. Сначала, да? Смотрите. Провязали боковиночку нашу, как всегда. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Воздушная петелька, еще 1, 2, 3. Вот. И теперь нам нужно сделать увеличение ряда. Вот сюда, вот сюда, вот где центр, вот здесь вот, между веерочками и в самом конце мы провязываем галочку, столбик с накидом. 4 воздушные петельки и столбик с накидом. Это наш будущий веерочек будет. Вот. Вот, смотрите, по схеме это вот. После боковых наших рисунков схем делаем галочку, галочку, галочку. И вот здесь вот мы дошли вот до этого места и провязали последний рядочек. Вот здесь мы тоже будем делать галочку. Увеличение у нас будет 1, 2, 3 увеличения с одной стороны. Потом будет... В каждом увеличении мы будем добавлять по 1-2 галочки, посмотря по рисунку. Вот сюда мы добавили. Здесь мы делаем соединительный столбик, провязываем 3 воздушные петельки, еще столбик. И дальше уже по узору. Все, что мы уже с вами вязали, мы уже знаем. Тут ничего нового для нас нет. Самое основное, самое главное, это добавление вот в самом конце между веерочками. И по центру вот здесь вот мы здесь вяжем столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4 воздушные петельки, столбик с накидом, и увеличиваем наши веерочки между двумя. Мы вот вяжем здесь, здесь и вот, вот так. Все остальное мы вяжем, как у нас схема есть. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. А готовые вязаные изделия вы можете приобрести на моем сайте.